Моменты жизни, воспоминания, славы – это яркие праздничные вспышки. Вот у вас очень хорошее настроение. Вы его постарайтесь сохранить таким же, потому что вот как вот 8 сентября, да, сегодня 7. Как 7 сентября проведешь день, так весь следующий год проведешь. И видите, неспроста. И вообще здорово, образовался, что вы сегодня пришли. Образовался папа Роберт. Человек-легенда, автор «Блю Канари». Нет, я хочу представить так красиво. Роберт Городецкий, под ваши аплодисменты. Вот я советую купить книжку Славы Полунина. Там очень много обо мне. Да, очень, видите, очень еще интересная один хороший книга, совет. Да. И потом, у кого есть моль в шкафу, можно положить, она исчезает сразу. У кого тараканы на кухне тоже, вот там можно хранить. Книжка исчезает, говорит? Нет, тараканы уходят к соседям. Вот, и, ну, очень, ну, трогательная. Она с картинками, и гениально написанная, и, ну, и алхимия, и там же и алмагия еще, ну, она несет определенные... Я слыхал, что если головная боль, если приложить книгу к голове, боль проходит. Уходит к соседу. В какую сторону надо идти, чтобы не догнало? Вот для этого книга существует, надо прочитать эту книжку, и будет понятно, как вот сейчас Георгий уходить. Откроет на нужной странице и прочтет, ну, нужные слова. Вот, пока он открывает эту книгу и начинает читать нужные слова. Да нет, я хотел вообще напомнить, что кроме того, что Борис очень талантливый поэт, вот, а Роберт – автор «Блю Канари» и легендарный актер театра «Лицедеем». Юрка, вот, я извиняюсь, я прослушал первое, что ты сказал? Я сказал, Борис Барский – талантливый актер, поэт, народный артист. А второе? А второе, что у тебя хороший вкус. Роберт? А Роберт – человек-легенда, актер театра «Лицедеем». И можно поаплодировать, кстати. И очень хорошо, что обо мне больше ничего не рассказывают. А там в книге все написано, папа. Вот, а я вспомнил такой анекдот про клоуна. Затонул корабль, где-то попал на необитаемый остров, спасся один лишь клоун. Все остальные пассажиры погибли, а там оказались людоеды, племя людоедов. И вот его поймали, этого клоуна, на этом острове. Очень вкусно приготовили, зажарили, подают вождю. Ну, вождь так пробует этого тушеного клоуна. Так говорит, что-то не смешно. Вот. Но я вспомнил случай, какой у нас в Одессе произошел. Два товарища встречаются, один из них избит. Тот говорит, Серега, что такое, кто тебя... Вот ты понимаешь, я проходил мимо цирка, там базар сделал на новом рынке, иду с авоськами, сетками, продукты несу. Вдруг со служебного входа выпрыгивают клоуны, 5 человек в клетчатых костюмах, в желтом пиджаке, в розовом галстуке, в сиреневом цилиндре, в ботинках с большими носками красного цвета, остроносые и белые. Напали на меня, повалили на пол, как начали меня метелить, взяли просто и избили вот так. Он говорит, что просто так взяли и избили? Да не просто так, с шутками, с прибаутками, с репризами. Ай, классный еще, муж приходит домой и говорит, мы очень добрая клоуна. Жена говорит, Коля, я не понял, чего у тебя рыжие волосы, помада, что случилось, у тебя что, женщина появилась? Он говорит, нет, клоуны напали. Вот, я уже забыл, о чем я хотел сказать. А, книга, презентация книги, замечательная книга, написанная гениальным клоуном, ну, нашим учителем, ну, Георгием Делиева, точно, другом. Говорят, ну, с кем поведешься, от того и наберешься. Вот мы повелись уже очень много лет назад, ну, и не жалеем, наверное. Вот вы сейчас пришли сюда и тоже повелись в какой-то степени. Я уверен, скоро у вас появится эта книга, здесь недалеко Вячеслав Полунин, он гуляет, вы сможете у него даже автограф взять. Шлёхо раздает автограф. Вот, энергетический заряд от этой книги. И идет, такие. И лично от него тоже. А теперь Георгий хотел что-то сказать. Не будем ему мешать. Да я, наверное, лучше покажу что-то. Вот. Мне кажется, так все больше ожидают. Да, давай еще, так хватит говорить уже. Я покажу сценку, которая называется «Кукурузник или Ан-2». Старый самолет. «Кукурузник или Ан-2». Показываю. Субтитры сделал DimaTorzok.
Так нормально? Кукурузник Илиан 2. Вторая серия. Еще раз делайте! На бис, по просьбам многочисленной публики. Ну вот, собственно, и все. Хотя могу дальше показать. Хотите продолжение? Кукурузник Илиан 2. Серия вторая. Аплодисменты Роберту Городецкому. Аплодируйте еще Борису Барскому. Роберт Городецкий, человек-легенда, и Борис Барский, человек-легенда, у меня на разогреве сейчас. А я продолжаю показывать сценку, которая называется «Кукурузник Илиан 2». Третья серия. Полет идет. Отлично. Ух ты! Сейчас! Спасибо. Аплодисменты Борису Барскому и Роберту Городецкому. Да. Я хочу вас познакомить еще с одним прекрасным человеком. Это скромный, обаятельный, красивый, великий наш земляк. Антон Павлович Чехов говорил, в человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и все остальные мужские прелести. И я хочу еще к микрофону пригласить человека, которого вы практически еще не видели сегодня. Это скромный, обаятельный, красивый автор, исполнитель своих стихотворений Борис Барский. Это я. Я еще пару прочту стихотворение о любви. Тоже два в одном. Это стихотворение «Рецепт приготовления кофе». Три ложки черного, душистого на турочку, пол ложки сахара. Плита огнем мерцает, я вспоминаю мою музу, трубодурочку, сосет под ложечкой, сердце замирает. Я обожаю мою рыбку, птичку, лапочку, я для нее готов в огне своего пыла свернуться стелькой, скажем, комнатного тапочка, зубной щеткой стать, шампунем или мылом, дрожу мечтательно, целуя фотомордочку. Она икает, словно ухает сова. Мне постучать когтем, к примеру, в ее форточку и прошептать сакраментальные...